Добрый день! Сегодня солим зеленые помидоры. Именно солим, а не маринуем. Ну что ж, берем зеленые помидоры. Нам понадобится петрушка, мята, сельдерей, чеснок, перец острый и сладкий, соль, уксус. Зелень помыли, нарезали, можно крупно. Добавили туда нарезанный перец, соль и все хорошенечко перемешали. Дальше добавляем сюда чеснок. То есть чеснок мы добавляем в конце и перемешиваем уже ложкой. Все перемешали, отложили в сторону. Помидоры помыли, надрезали или крестиком, или вдоль, потому что мы их будем начинять. Если вам лень, можете взять и нарезать их дольками, как яблоко. Вот таким образом начиняем. Если разрезали только одну часть, а если в крестик, то заполняем полностью все. А то, что нарезали мелко, вы можете просто перемешать и утрамбовать в банке. Дальше остается залить жидкостью. Когда вы будете утрамбовывать помидоры, нажимаете, он выпускает свой сок. Этот сок можно, если в банках, вы заливаете уксусом. Если же это в кастрюле или в бочонке, и вы делаете много, вам мало жидкости, берете по рецепту воду и уксус, разбавляете и заливаете. Вот и все. Через 14 дней ваши помидоры будут готовы. То есть через 2 недели вы можете наслаждаться вот этим соленьем. А пока, если видео вам понравилось, пожалуйста, делитесь со своими знакомыми. Спасибо, что посмотрели видео. Дай Бог вам здоровья, счастья, полный карман денег и, естественно, улыбку и радость. А пока попрощаюсь с вами. Пишите, заходите ко мне еще, нажимайте на красную стрелку, если не подписаны. И пока-пока, я вас буду ждать. Заходите!